Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, продолжаем играть в различные Android-игрушки, и сегодня поиграем в Dead Trigger 2. Давайте только сначала посмотрим, что у нас по настройкам. Инвертировать ось, схема управления, бла-бла-бла. Управление стрельбой, геймпад, это нам точно не нужно. Русский язык, звук и показатели у нас. Детализация графики стоит на максимум. И лимит FPS тоже стоит вроде бы, стандартный. Окей, ну, в принципе, все по настройкам у нас правильно. Поэтому давайте приступать. Это я на паузу игру поставил, только запустил ее. Собственно, сейчас будем начинать. Итак, смотрим. У нас, кажется, фрагмент сюжета или типа того. Окей, погнали. Окей, осмотр этой частью, движение этой частью. Окей. Это у нас чувак какой-то. Воды! Воды принеси попить, пожалуйста! Окей. Не вопрос, братан. Сейчас прибегу. У меня есть гаечный ключ, но драться пока им я не могу. Так, водичка есть. Нифига себе, целый куб я ему дал. А, ну все. Бедный чувак. Он уже, я думаю, не... Ему уже не нужна вода, я думаю. Подкрадись сзади, атака начнется автоматически. На, получай просто сходу. Зомби, все дела. Началась полная... Ты кто такой, блин? А тут был этот чувак вообще всегда. Я в эту игру очень давно не играл, и когда играл в нее, я играл недолго. Поэтому я очень мало об этой игре знаю. Так, сдвигаем сюда. Ты не встанешь же, барышня? А я бегать смогу потом или нет? И почему я не удивлен, что это произошло? Там прям видно было, что эта фигня обвалится. Ну ладно. Осматриваюсь что-то все время. Окей. Ну все, это типа была обучающая миссия по управлению. То есть как драться, как и так далее. Денег найдено 0, жестокость 0, секреты 0, награда за задание, сложность средняя 240 монет. Окей, я вас понял. Ваш помощник ведет себя странно, возможно, он начал превращаться. Серьезно, тут могут еще и союзники превращаться в зомби. Блин, это круто. Ладно. Теперь нам нужно выбраться из подвала. Здравствуйте, господин. До свидания. Там идет кто-то или мне кажется? Такс. А я смогу их убить какой-нибудь гранатой или типа того? А, да, у меня есть пистолет. Наведите прицел, да. Автоматическая стрельба. Да, нужно просто было поближе подойти. Он автоматически стреляет на близкой дистанции. Здорово, что ты здесь. Ты кто такая? Погнали. Let's roll, motherfucker. Окей, не вопрос, погнали. Текс. Да вижу, расслабься, это всего лишь обычные зомби. Ага, у нее есть запас здоровья. Окей. У меня есть прицел еще также. Постараемся все максимально обыскивать. Давай, взламывай. Я пока разберусь. Немножко резкость сильная, на самом деле, у сенсора. Такс. Ну давай быстрее, чё так долго-то, а? Наконец-то. Это, кстати, автоматически меня сейчас на дверь развернуло. Я сам не поворачивался. Так. У меня, кстати, патроны почти кончились. Но мы прошли это задание, так или иначе. Изи! Жестокость 35, секретов 0, опять же. Я не знаю, есть тут эти секреты или нет вообще. Тут не показано.
присутствует ли на уровне секрет. Но, по-моему, я весь уровень специально оглядел и не нашел секретов вообще. Так что вряд ли здесь были секреты. Мне кажется, это пока обучение, тут особо не будет особо, знаете, секретов много. Но выглядит красиво, кстати. Игра. Здорово, парень, как ты вообще? Что-то там повыл? Да, погнали. Да твою мать, ну что за дичь происходит? А как мне пригнуться, подожди-ка. Ты угораешь, что ли? Почему ты прошла, а я нет? Ладно, я обойду. Замечательно. Окей, не вопрос. Он меня, по-моему, повредил. Да, он еще раз меня ударил. Не надо было дуплить и стоять на месте. Давай, давай. Полетел. Минус два. На секретку похоже. Но, к сожалению, сюда не пройти. Это просто второй этаж, по которому, как я понимаю, пошла наша барышня. О, патроны пришли. Отлично. Для того, чтобы пополнить боезапас, нужно просто постоять около ящика с патронами, и все будет чик-пики. Да ты... Он слишком далеко, бочка была, я не мог по ней выстрелить. Все, полетело. Патронов не очень много, я могу взять с собой на пистолет. Всего где-то полсотни. Это очень мало. А, мне нужен ключ. Это всего лишь обычный зомбак. Так, ключик есть, замечательно. Слышу зомби, да не вижу, где они. Наверняка где-то наверху просто еще есть пачка зомбаков. Да, вот они бегают здесь. Такс. Секретка, что ли, как я понимаю? Да, это секретка. Так вот, значит, как секреты здесь выглядят. Типа копилочки такие спрятанные. Да-да-да, я уже бегу, подожди немножко. Пожалуйста, не бей меня, парень. Окей, это победа. Очередная уверенная победа. Нет, не трогай машину, господи, чуть не попал. Я уж думал, на самом деле, что он сейчас попадет, и типа все, и на этом история закончится. Да-да-да, конечно. А, кстати, за секреты неплохо так бабаблу дают. Почти столько же, сколько дают просто за прохождение задания. Совсем немножко меньше. Но это неплохо. Давайте продолжать. Кстати, заметил, что с правой части указывается история, и я все время ее пропускал. Я устал и весь в крови. Быть приманкой, конечно же, весело, особенно когда приятели в шутку хотят оставить тебя здесь. Да-да, очень смешно. Я раньше не замечал эту тему. Слишком мелкий шрифт и как-то не бросалось в глаза. Просто пропускал это между. Итак, мы у нас в убежище. Убежище, родной дом, награда есть, окей. Может создать несколько обезболивающих? Они, как я понимаю, определенное время производятся. Ну, нажимаем создать. А, оно уже создается. Все, вижу сверху, да-да-да. Давайте перейдем назад. Возьмем обезболивающее. И у нас открылся мир. Карта мира, выбирать, какие задания делать, бла-бла-бла. Будут различные степени заданий. Вау, красиво сделано, кстати. Но это видеоролик, поэтому и красиво. Господи, как громко, а. Все равно очень громко. Да-да, типа карта мира. На самом деле она не такая красивая. Вот так вот она выглядит. И у нас следующая миссия. О, американская компания. Нужно 7 миссий выполнить, чтобы
Так, и мы будем играть, конечно же, на тяжело, потому что я люблю трудности. Теперь можно выбирать сложность, и мы будем играть с вами на тяжело. Да-да-да. Свежее мясо написано на магазине. Как это иронично. Итак, первая серьезная миссия. Ты кто такой? Мир полон боли. Найдите Хэнка и заберите у него набор инструментов. На всякий случай проверил. Видите вот эти вот штуки? Это, короче, зомби отсюда лезть будут. Зомби тут будут бесконечны и будут прибывать с определенного места, скажем так. Вижу, идет еще сбоку один. Жалко, что дальность стрельбы ограничена. Такс. Это меня кусили или просто кровь забрызгала меня, интересно? Да, вот я могу разбирать тут всякую тему. А, нет, это наоборот. А, вот-вот-вот, да-да-да-да-да. То есть, если вы заделываете вот такие места, то зомби начинают, короче... Ну, это задерживает их, скажем так. На всякий случай починю баррикады. Мало ли пригодятся на будущее. Нам сейчас сюда надо идти. Он просто проигнорировал вот этих зомбаков. Там он, я вижу, патроны. Так, секундочку. Все, продолжаем. А, так, сейчас восполним энергию. Ой, патроны. Да блин, надо обязательно смотреть на патроны, чтобы их пополнять. Не очень удобно сделано, но да ладно. Да, это просто кровь забрызгала, видимо, мне. Ты кто? Ага. Видите, они выламывают эти... У меня еще прицел дергается, когда я стреляю по зомбакам. О, быстрый зомби. Ладно, давайте не будем тормозить, они будут прибывать, мне кажется, так до бесконечности. Нам бы просто что-то тут запитать. Отлично. Я какой-то секрет обнаружил через стену, прикиньте. Так, двигаем теперь сюда, как я понимаю. Какой-то набор инструментов непонятный. Отлично. А, это и был тот набор, который мы хотели взять. Так, есть тут где-нибудь патроны еще? Я не помню просто, где ящик с патронами валялся. И куда мне, собственно, идти надо? Ну, мне кажется, куда-то сюда, наверное. Да нет, тут все закрыто. Ага, вижу. Видимо, туда, откуда зомби сейчас пошли. Мне патронов бы хватило, было бы вообще замечательно. Но с них они падают тоже, с зомбаков. Да, нам сюда. Тут, по-моему, где-то ящик лежал с патронами недалеко. Такс. Привет. Спасибо, что пришла меня забрать. Вон и, кстати, ящик с патронами. На самом старте лежал. Но еще один где-то внутри был, просто я его не нашел второй раз. Оружейник счастлив, я нашел инструменты. Тара, наш медик, дала мне бесплатное обезболивающее. Хорошая вещь, когда я гляжу в окно, я вижу, что они мне понадобятся. Окей, в принципе, прошли. Все нормально. На харде просто больше золота дают. Ну, серебра. Великолепно, ты нашел мой ящик с инструментами. Дружище, можешь пользоваться моим золотом, а с золотом жизнь лучше. Окей, МП-5, нифига себе жестко. В нашем, в качестве награды я изготовлю для тебя новое оружие. Выберите оружейника и нажмите изготовить. А, я только разблокировал МП-5. Не хочу, можно я не буду пропускать вот это вот за голду?
Хотя ладно, пропустимся. А, это бесплатно. А, нет, не бесплатно. Ну тогда, наверное, стоило просто подождать. Так, возьмем эту штуку. Заглядите в свой инвентарь и экипируйте. Да, давайте создадим профиль. Сейчас я введу никнейм. Так, мой основной никнейм занят. Не знаю, моим старым никнеймом или же... А, да, пароль. Да-да-да, сейчас я тоже введу пароль. Так, собственно, создал я аккаунт. Там надо было еще... различные штуки сделать. Так, и что у нас есть в настройках? У нас появились более расширенные настройки по графику? Да вроде нет. Окей, тогда так пойдет. Давайте мы назад. Мир есть, но я бы хотел сначала еще изготовить что-нибудь. Так, ну здесь мне нужно улучшить оружейника, это я не могу пока сделать. А вот обезболивающие можно изготовить. Они стоят 150 монет и изготавливаются 10 секунд всего. Быстро, кстати. Давайте себе хотя бы, я не знаю, парочку обезболивающих еще сделаем на всякий случай, так как мы на харде играем. А почему бы не перестраховаться? Так что еще буквально парочку обезболивающих. А заодно посмотрим, что у нас в снаряжении есть. Так, ну у нас все снаряжено уже. Осталось только взять сейчас обезболивающее с собой. Замечательно. И погнали уже катать. Кстати, подождите, там что-то было. Назад. Можно мне назад как-то перейти? Убежище нажимаем, тут у нас сообщение просто есть. Вполне возможно, что тут может быть какая-нибудь награда в сообщениях. Но вроде бы нет. Да-да-да. Тут только просто сообщение, ничего такого. Ладно, тогда идем дальше. Подожди, там магазин был. А, ну это понятно, 2000 рублей за ножик игровой. Да-да-да-да-да. CSGO отдыхает, как говорится. А что у нас новое в снаряжении? Вроде ничего нового нету, не знаю, что здесь указывается, типа, новое. Но, скорее всего, просто, типа, указывается на то, что у нас МП5 появилось. Ну, давайте. Сейчас уже будет попроще. Но патроны на МП5, я думаю, будут очень быстро заканчиваться. Она скорострельная достаточно. Я не думаю, что у нас особо много патронов будет для нее. Ну, хотя нормально так. 3 обоймы запасных. Да-да-да, я понял. Немножко подлагивает с записью, конечно. Оно еще косое такое, капец. Но если вот так стрелять, то в принципе еще более-менее. Да, так оно стреляет без разброса. Конечно, от бедра стрелять это патронов очень много уходит. Очень много патронов уходит. Я не знаю, стоит ли мне тут пытаться найти секреты везде. Но давайте... что-то поищем. Да хотя нафиг нужны эти секреты, серьезно. Хотя, с другой стороны... за них неплохо дают голды. Но специально их искать я, наверное, не буду. Найду и найду. Если не найду, то не найду. Тут все просто. Надо двигаться дальше, потому что зомби постоянно появляются. Патронов не хватит, постоянно стоять на месте и обыскивать все. Так, главное не упасть туда. Так, нам надо сюда. Патронов пока не вижу нигде. Давайте я заделаю здесь... вот эту штуку. Так, склад появился, отлично. На складу можно пополнить боезапас. Долго пополняется. О, он еще и ограниченный, то есть бесконечно пополнять боезапас тоже невозможно рядом с ящиком. Ну, хотя в ближнем бою не так много патронов, опять же, уходит. На нашу МП5. МП5К, если быть точным. Блин, я думал, они здесь секрет спрятали. А в итоге нифига. Такс. О, побежал парень. Здорово, чё, как оно вообще? Да чтоб я сдох, это команда спасения, да. Да-да-да, сейчас будем сваливать.
Тут закрылось все. Да-да-да, защищать тебя все дела. Я просто секреты хотел найти. Блин, а как перезарядить оружие принудительно? Если я нажимаю на само оружие, оно просто меняет его. Ты о чем говоришь? Бери все, что хочешь. Ты имеешь в виду патроны? Чувак, дай мне перезарядиться. Он сейчас там сдохнет. Он просто бежит сам в упор на кучу зомби, и я должен его еще при этом защищать. Надо самому, видимо, урон принимать, если что. Мы почти дошли до места назначения. Вон там еще парочка зомби осталось. Текс. Ну чё ты, где там? Все. Приехали. Да не за что. Задание выполнено. Поздравляем. Окей. Продолжить. Сейчас посмотрим, что может делать инженер у нас. На нашей базе. Спасибо, амиго, меня зовут Роберто, и для меня есть для тебя... Фу ты. У меня для тебя кое-что есть. Это чертеж крутой гранаты, давай создадим парочку. Давай, я не против. Так, собственно, смотрим. Спасибо за помощь, друг, бла-бла-бла. Так, изготавливаем гранаты. 10 секунд всего делается, нормально. Я где-то штучки 3, опять же, изготовлю. Могу я, кстати, улучшить этот... Нет, не могу. Можно еще, кстати, изготавливать также обезболивающее, пока гранаты крафтятся. Так, давайте еще одно обезболивающее изготовим. И еще одну гранату. Все, я думаю, этого нам будет достаточно на первое время. Так, гранаты экипированы, замечательно. 5 обезболивающих, 3 гранаты, если что, подхилиться хватит. Ну и давайте уже выступать в следующую миссию. Так, у нас американская компания, по-моему, последняя миссия. А, раз, два, три, нет. Не последняя, предпоследняя. О, отличные новости, амиго. Это месторождение нефти находится под нашим контролем и со временем начнет приносить доход. Нажми здесь, чтобы получить доход. Шахта имеет ограниченные возможности, не забывай регулярно ее посещать. Окей, 500 голды, нормально так. Ну и погнали дальше. Что это такое? Вашингтон. Тут какая-то точка горит, но я не могу на нее нажать. Это, видимо, просто так для красоты сделано. То есть у нас будет сначала первый материк, а потом мы пойдем куда-то с вами в Африку, да, как я понимаю? Это же Африка или что это? Вроде это Африка. Не знаю, правда, что мне там делать, но окей. Погнали, короче, на следующую миссию. Кстати, ежедневное задание на восстановление здоровья. Странное задание, но окей. Блин, не то нажал. Вот эту кнопочку надо нажимать. Ну и все, и погнали. Первые 7 миссий, я думаю, они будут такие простенькие, а дальше уже жесть пойдет. Я думаю, тут еще определенные миссии сделаю, знаете, не только сюжетные, но и какие-нибудь для фарма. О, снайперская винтовка, ничего себе. Отлично, блин, мазафака, конечно, я стреляю. Да, блин, но тут надо пулей управлять, понимаете? То есть у меня пуля не просто летит, я сам еще управляю тут тем местом, куда она прилетит. Вот в голову могу нацелиться. О, минус 2, замечательно. Блин, ну это немножко неудобно сделано на самом деле. Потому что тебе приходится доцеливаться постоянно.
Как я попал вообще в него? Еще за жестокость дали. Да блин. Очень неудобно здесь снайперки сделаны, на самом деле. Мне было бы гораздо удобнее вот без всякой этой вот ручной донаводки пули. Потому что ты целишься вроде туда, куда тебе надо прицелиться, но он стреляет не туда, куда тебе надо. Так, минус рука. Замечательно. Да блин, вот о чем я и говорил. Как бы, вроде ты целишься, но автодонаводка делает... Ну, не автодонаводка, а ручная донаводка делает свое дело, и ты начинаешь мазать. О, минус два. Замечательно. Ну все, вроде бы. Изи. Но не очень удобно сделано. Не нравится мне такой режим стрельбы. Может, просто я не привык. Блин, я опять пропустил там фрагмент сюжета правой части. Ну вы-то можете прочитать, если что там, на паузу поставить, отмотать назад и так далее. Так, получаем, короче, небольшие монеты, бла-бла-бла. Да-да-да. А ты кто вообще такой? Чувак, ты кто такой? Контрабандист. Торговать можно с ним. Но он усилители продает в основном только за эти. Не за обычные монеты, а за голду. Это на самом деле не очень. Так, что у нас еще есть? Я бы хотел улучшить свое оружие, но я не могу пока это сделать. Мне нужно улучшить торговца, как я понимаю. То есть здесь я вот, видите, не могу изготовить второго уровня, к сожалению. Интересно, есть вообще лимит на то, сколько ресурсов ты можешь брать с собой на миссию? Наверное, есть все-таки. Ладно, давайте переходить в следующую локацию. Это у нас Германа. Нужно найти ученого. Я так понимаю, это последний чувак в нашем убежище будет. Не знаю, зачем он нужен, но окей. Наверняка тоже какие-то штуки крафтит, которые расходниками являются. Какие-нибудь усилители, адреналин или что-то вроде того. Вставай, поднимайся. Они могут вылезти отсюда? Да, вполне. Он автоматически перезаряжается, когда немножко патронов расходуется. Так, прежде чем идти дальше, я бы хотел заценить, может, тут копилочка где-то есть. Не, ничего нету. Ага, ну, я не хочу идти туда, на самом деле. Здорово. Такс. Такс. На всякий случай заделаем дырку. Но, как я понимаю, здесь вот эти вот штуки заделывать не обязательно, так как это в основном для... Ты что за хрень? Но это было нетрудно, скажем так. Вы нашли часть чертежа, дробовика. Замечательно. Немного денег. А что у нас наверху еще? А, закрыто, окей. На всякий случай заделаем, мало ли, как говорится. Может, мы обратно потом будем идти? Где он? А, в холодильнике, забавно. А что ты делал в холодильнике, чувак? Ну окей. Отлично. Еще немного монет, сейчас посмотрим, что ученый у нас может. О, новая награда. Какие-то взрывные курицы еще.
Окей. 4000, ничего себе, нормально так. Так, улучшить, и у нас получится новое оружие разблокируется. Ничего себе, как много всего. Давай. Да, он будет некоторое время работать, окей. А, так, дальше. Можно пока пройти еще одну миссию, кстати. Да, вот добавились всякие одноразовые задания. Но не одноразовые, как это сказать. Для дополнительного заработка. Так, штурм, экскорт, либо защита. Мне не нравится экскорт и защита, поэтому погнали с вами на штурм. Ибо, судя по тупости наших... не наших, а их ботов, защищать их будет проблематично. А на штурме можно спокойно, легонечко так разобраться и пойти дальше. Сразу же прям на меня вылезло. А что мне надо сделать вообще? Просто убивать зомби, я понял. Причем я не знаю, есть ли тут где-то пополнить боеприпасы можно или нет. Потому что мне может не хватить просто патронов на зомби. Но я не вижу нигде контейнеров с боеприпасами. Ага. А, нет, это просто штука для заделки. Ну, типа, знаете, чтобы они не перли так со всех сторон, но пока что они мне не мешают особо сильно. Хотя вроде мне и боеприпасов должно хватить. Ауч! Откилимся немножко. Если что, будем гранаты еще юзать. По возможности. Ах ты тварь! Там сзади меня еще поджимают. Да твою мать. Такс. Опача. Готово. Все. Победа. О, хорошо. 666 голды. Нормально. Нормально. Красиво. Интересно, я смогу еще раз штурм пройти или мне запретят это и нужно будет использовать еще две дополнительные миссии. О, немножко очков здоровья восстановили. Замечательно. Получаем еще небольшую награду. Так, дальше. Нам нужно сейчас посмотреть, есть ли дополнительные миссии. Нет, смотрите, охрана, топливо появилось какое-то и... это что такое? Действие. Давайте за топливом сгоняем. Я хочу за топливом. Хотя я не знаю, зачем здесь топливо? Может быть, оно выполняет роль энергии или что-то вроде того? Точно не уверен. Окей. Или просто типа задание на заправку генератора и все. Так, ну мне нужно заправить генератор. Опять большой парень у нас выходит. А, он сзади? Нет, он не сзади. Сзади просто зомби. Он спереди должен быть. Да, вот он вышел. А он сам взорвется или нет? Нет, он сам не взрывается, его надо самому убивать. О, и еще одна часть для дробовика. Так, я, пожалуй... перезаряжусь. Ничего себе ты быстрый.
Там еще сзади меня пушит какой-то тварь. Где же этот генератор? Где-то недалеко. Так. Прут и прут просто. Да вы задолбали. Ой, он тут. Он здесь. Он так громко рычит, что мне кажется, что он очень близко находится, а на самом деле он на расстоянии. Да блин, зачем я подошел к нему? Еще одна часть дробовика, замечательно. Осталась всего одна часть, и мы сможем себе дробь собрать. Я обожаю дробовики. Так. Ну нам туда. Ага, нам нужна не одна канистра топлива, нам нужно их несколько. Не такая простая миссия получается тогда. Блин, я его не заметил. Патроны кончаются, это плохо. Здесь надо побыстрее действовать. Погнали, погнали, надо быстро. Патроны почти кончились, остался только пистолет, можно сказать. Так, все. Так, нам нужно убить этого парня, потому что с него дробь может выпасть. Блин, эта взрывная курица, к сожалению, выпала. Выполняем квест на отхил. Такс. Блин, дофига секретов здесь на самом деле. Ничего себе косой какой. Мне еще одна канистра нужна, а патронов уже нету. Это последние мои патроны, которые у меня сейчас остались. Надо все делать очень быстро. О, патроны. Так. Топливо есть. Еще одна часть чертежа. Теперь для М16. Ну нормально, патронов подкинули, так что можно особо не торопиться уже. Повыбиваем денежек, повыбиваем всяких ресиков. Ладно, валим отсюда. Изи. Нетрудно было на самом деле, единственная вот проблема с патронами. Я надеюсь, боезапас можно будет увеличить как-нибудь к своему оружию. Так, окей, у нас новый уровень, теперь мы можем прогрейдить, как я понимаю, остальных торговцев. Да, видите, появилась кнопочка улучшения, и у нас открылась новая зона. Африка, окей. Отличная работа, Амиго, добро пожаловать в Африку, пустыни, древние руины и зомби на каждом шагу. Ищи улики о мутациях местных выживших или сражайся с зомби на войне. Окей.
О, радиация появилась. Ежедневное задание, заполнение важных заданий, полагается большое вознаграждение. О, это я хочу. Это я очень хочу. Но для начала я поставлю грейд на наше оружие. На торговцев, точнее. Сейчас мы перейдем в убежище. И улучшим наших торговцев. Во-первых, тебя. А я могу сразу несколько улучшений ставить на... Да, могу. Так, давай тебя тоже. Все деньги потратил, уже на само оружие изготовления не хватит. Но ничего, сейчас мы соберем с вами двойные БО. Ну не БО, как они сказали, но боевые очки, ладно. Пусть БО будут. Так, собственно, погнали. Ежедневное задание проходить. 1500, нормально так, мне нравится, погнали. 1500 это нормальный такой подгончик. Интересно, а что надо будет сделать? Надеюсь, не экскорт. Потому что экскорт это самое отстойное. Ну и защита мне тоже не очень нравится. Мне нравятся все режимы, где я не завишу от корявой винтовки, либо... Хотите повеселиться, стреляйте по шарикам и получайте награды. Каким шариком? Чё ты несёшь? А, тут зомби на шариках, окей. Да твою мать! Забавное ежедневное задание, конечно. То есть мы здесь просто должны продержаться одну минуту. И знаете, что самое забавное? У меня кончаются боеприпасы. Давай быстрее. Отлично. Как же без тебя, чувак? Он уже близко. Радиация! А, как больно! Окей. Это знаете, как The Walking Zombie? Если ты подходишь к зомби близко, тебя начинает жарить радиация. Это новый вид зомби, как я понимаю. Урон. А я могу гранаты и шарики лопнуть? Ну да, но они как-то слабо лопаются с гранаты. Все. Ну, неплохое такое задание, учитывая, что нам за него 1500 заплатят. Изи! Офигенно! Не полторы! Тут Х2 идет. Вообще полностью Х2, жестко. В итоге мы 4 косаря с вами подняли только что. Это мне нравится. Восстановили еще здоровье, осталось совсем немного для того, чтобы ежедневное задание выполнить. Также у нас новый уровень. Замечательно. Все торговцы также у нас улучшены. Так, я бы хотел изготовить себе МП5. Да, наверное, это самое прерогативное сейчас у меня. Поэтому улучшаем. 1 час! Вы что, долбанулись, что ли? И 3000 еще пистолет требует. Ну ладно, будем сейчас копить денежки на новые штуки-дрюки. Погнали на мир. Так, здесь у нас нету больше ежедневных заданий, поэтому пойдем по сюжету, наверное. О, кстати, можно собрать здесь еще монеты. Но тут вообще нисколько мне не дали практически. Даже вообще, не практически, вообще нисколько не дали. Но вот здесь можно 600 взять. Погнали, собственно, дальше по сюжетке. За второй уровень техники плюс 750. Окей. Новая локация тем временем. Африка. Окей. Вау, это что такое за штука у меня такая жесткая? Где зомби-то? О, здорово. А, я не могу его повредить. На ему урон не наносится. Где зомби-то? Кого убивать? Зачем меня посадили на за пулемет, если... Я не могу никого убивать. А нет, могу. Немного неповоротливая такая штука. Так.
Мне нужно 39 зомби убить, за пока у меня топливо не кончилось. Перегрев идет, оружие уже. Видите, стволы раскалились. Надо немножечко переждать, чтобы потом начать снова. Что там находится? Что-то горит? Почему здесь метки стоят? Так. Что-то бегают, прыгают, скачут. А я могу машину взорвать? Нет, не могу. Или могу, подождите. Она что-то дымится, но толку от дымления нету никакого. Да блин, как я по нему не попал? Так. Они респавнятся заново. В принципе, я думаю, мы успеем. У нас еще целая минута на 10 зомби. Ну где трупаки-то? А, разворачивался, не успел прицелиться. Сейчас 100% отсюда выбежит. Нет? Ну ладно. Эй, где зомби? Я так не успею, если вы не будете мне давать зомби, которых я мог бы убивать. Стоило отвернуться, как они сразу же зареспавнились. Так. Ну все, это победа. В смысле выпрыгивай? Ты что, с ума сошел? Выпрыгивай! Конечно, сейчас прям выпрыгну и пойду дальше. Окей, получили немного монет, нажимаем продолжить. Сейчас я поставлю на улучшение еще одни вещи. Ну, не вещи, а как-то грейды. Так что давайте мы начнем прогрейживать все. Да-да-да, давайте я нажму изготовить, поставлю пока в скорость производства пистолет. Потрачу все деньги на него. Все готово. И погнали дальше, короче, это... копить грейды на улучшение... Угу. Будем копить грейды на улучшение вот этой штуки. 1000 нужна здесь, и еще 1000... А, подождите, это автоличи... Вау! Вау! Но, блин, это стоит золото. Да-да-да. Но, блин, это крутая штука. Это офигенная штука, я хочу это. Я очень хочу это. Ладно, давайте в мир переходить уже. У нас следующая миссия... Ага, даже так, ну окей. Окей, окей. Пойдем тогда, получается, сейчас по дополнительным миссиям, так как следующая сюжетка у нас пока заблокирована на время. Да-да-да, собирают разведданные, так сказать. Так, есть штурм, есть запасы, есть топливо. Штурм мы смотрели, топливо мы смотрели, а вот запасы мы еще не видели. Погнали, попробуем запасы собрать. Погнали. Заходим. На тяжело, конечно же. 750 голды, как всегда. Не очень много чем отличается награда от сюжеток. За сюжетку, мне кажется, даже больше буду давать в последующих миссиях. Так, запасы. Что надо сделать? Ящики с припасами собрать и все, как бы. Окей, изи. Чё ж вы лезете-то со всех сторон? Так и знал, что перезарядка меня сейчас подведет. Блин, они просто лезут со всех сторон и не дают мне пройти дальше. Окей. Так, первый ящик есть, по крайней мере. Готово. Так.
Я еще специально стараюсь урон получать, чтобы потом отхилиться и выполнить ежедневное задание. Но знаете, это мало чем отличается от миссии с топливом. То есть тебе тоже надо подходить. Все, по-моему, задание выполнено. Теперь надо быть более аккуратным. И мне бы надо еще, знаете, да убери ты этот прицел. А мне бы еще надо, да твою мать, патроны найти. Я очень надеюсь, что этот большой парень идет не сзади меня. Патроны кончились, замечательно. Да, он идет спереди. А интересно, если ему в голову стрелять, больше урона будет? Или надо именно по бочке бить? Черт его знает. Так, у меня сейчас патроны кончатся, мне нет смысла сейчас пока отвлекаться на зомби. Я не нашел нигде патронов. Нет, только не это. У меня же нету оружия, чтобы с ним справиться. Понятно. Знаешь что, парень, держи-ка вот эту штуку. Ух ты, от ваншот, ничего себе. Нормально. Блин, где патроны находятся? Почему их нигде нету? Нам еще один ящик надо найти, у меня уже патронов нету. Я их нигде не вижу, вот в чем еще проблема. Ты просто появился из воздуха, парень. А, у меня для винтовки появились патроны, так. Такс. Видимо, я каждый раз, когда приношу ящик, у меня восполняется мой запас патронов. Да убери ты этот прицел. Неудобно немножко он стоит. Последний ящик осталось допереть и все. Ну, с расходниками играть очень легко, а вот без расходников, вот там уже будет жесть самая. Готово. Ну, на самом деле, достаточно простенько. Особенно с расходниками. Вот без расходников там действительно будет жесть. Но для этого нужно тратить некоторое количество монет на расходники. На всякий случай. Еее, уровень пройден. Ежедневное задание завершено. Отлично. О, новое задание завтра, окей. Так, у нас есть какие-то достижения. Ничего себе, можно получать еще монеты за достижения. Так, я бы хотел... Нет, не улучшить саму эту штуку, я хотел улучшить, собственно... Чё? Вирус мутировал? Серьезно? Твою мать. Улучшаем, собственно, медикаменты. А, я не могу их производить, пока я их улучшаю. Ну, окей. Так, что у нас еще есть? Мы что-то еще, по-моему, могли там улучшить, да? Гранаты вроде бы. Да, гранаты можно еще улучшить. Немножко нужно денег нам. И дальше уже можно будет на расходники идти. Ну и копить на следующий уровень нашего... нашей базы, скажем так. Так, где у меня еще здесь шахта? Ну, не хватает, все равно не хватает мне немножко. Так, радиация есть еще и уничтожение еще есть. Но уничтожение мне вообще нравится прям на самом деле. А радиация вот мне не очень нравится, скажем так. Ой, задница-то сейчас будет. Уже второй уровень, а у меня оружие до сих пор первого уровня. Это будет непросто. Но я уже улучшил оружие как бы свое, поэтому... Мне нужно только дождаться, когда оно улучшится, и дальше я буду наносить гораздо больше урона. Да и боезапас, наверное,
Громкоговорители нужно уничтожить. Мало того, что я должен их уничтожить, так я еще должен их найти. Так, это явно не туда я иду, хотя... Где-то вот показывается, что где-то здесь. Да отвали ты от меня! Отлично. Блин, он сзади меня. Вот этот парень у нас. Не мешайтесь. Так, новый фрагмент чертежа. Тройная мина. Ай, что ты не двигаешься? Двигаемся. Блин, где этот громкоговоритель? Он должен быть где-то здесь. Ой, идите к черту, парни. Где-то вот здесь вот он прямо. Прямо вот где-то здесь. Но где именно? Зомби дофига, громкоговорителей не вижу. Может, где-то здесь? Ага, вижу, вот где он был. Они мне мешают, у меня патронов нету. Ничего, с зомби понабью. Отлично, еще две штуки. Но это будет не так просто. У меня 4 патрона. Для автомата есть еще, нормально. Так, пойдем в эту сторону. Здесь вроде что-то такое подобное есть. Да, вроде слышно где-то. Куда я залез? Ну да. О, у нас есть 5 жизней. Халява. 200 здоровья, нормально так. Вон, я вижу его. Но этого стоило ожидать меня. Просто этот большой парень в угол загнал и взорвался. Так-так из-за того, что он мутировавший, он мне очень много урона нанес своим взрывом. Так, последний где-то здесь должен быть. Прям где-то вот тут вот. Блин, их так сложно найти на самом деле. Вот здесь он, я думаю, где-то висит. Да, вот он. Готово. Ну, первая смерть, что я могу сказать. Не обратил внимания на состояние здоровья, но зато неплохо по баблу поднял. Замечательно. Надо сейчас обязательно изготовить всякие различные шляпы, чтобы я мог более-менее выживать. Получаем награду. О, у нас, кстати, максимальный запас здоровья также повышается. Так, я бы хотел... изготовить сначала нажимаем, затем улучшаем наши гранатки. Замечательно. Тебя стоит улучшить вообще? Ты 2 уровня уже. В принципе, его смысла улучшать сейчас пока нету. К тому же 2 часа требуется. Так, сократить время изготовить... МП5, тут везде все изготавливается на данный момент, поэтому я ничего не могу крафтить. Так, нажимаем изготовить. Да, видите, не могу. Не могу его. Изготовить, улучшить. Вот здесь можно, в принципе... А, нет, нельзя. Окей. Ладно, давайте еще, наверное, миссию какую-нибудь сыграем. Так, монеты. Монеты. Сыграем еще одну какую-нибудь миссию и будем потихоньку с вами заканчивать. Может, потом продолжим еще. Так, охрана и уничтожение, либо топливо. Ну, не хочу я... А, это вот со снайперкой. Не-не-не-не-не, спасибо. Я откажусь от этой миссии.
Хотя... Я там хотя бы урона не понаполучаю, так что давайте попробуем. Вау! Меня аж за пулемет посадили. А, ну это-то попроще будет, чем со снайперки. Гораздо удобнее. Нам нельзя давать им подходить сюда. Тут написано «защитите входы», но вход всего один. Можно просто стоять и тупо стрелять в точку входа. И они тупо не пройдут. Ты куда собралась? Вот это легкая миссия, вот это мне нравится. Здесь не надо из снайперки что-то там целиться, просто берешь и зажимаешь. Никакой перезарядки не требуется для оружия. К тому же нужно тупо смотреть в одну точку. Это очень легкая миссия. И за это деньги платят, причем. Какого черта, чувак? Как я тебя не заметил? Из-за вот этого вот огромных этих обоим, так сказать, по обе стороны пулемета. Они успевают как-то пройти, видимо. Я вот так закрываю обзор, и они проходят как раз-таки по слепой моей зоне. Надо почаще вертеть вот так вот во все стороны, чтобы не пропускать зомбаков. Так. Вот, смотрите, видите? Вот так вот я их и пропускаю. Такс. Нет. А интересно, могут ли дать дополнительные деньги за то, что ты не даешь войти им вот в эту даже критическую зону? Так, пошла вон отсюда. Ну, осталось последние 9 секунд. Все, изи. Задача выполнена. Продолжить. Угу, замечательно. А, так, еще бы я хотел, знаете, что кое-что посмотреть? Я бы хотел посмотреть, появилась ли у нас еще одна новая миссия. А, все, здесь миссии закончились, прикиньте. А, нет, не закончились, они просто наверх переквалифицировались. Есть еще защита и есть уничтожение, опять же. Но я, наверное, на этом буду заканчивать. Как бы миссии дополнительные можно играть до бесконечности, они не закончатся никогда здесь. Поэтому на этом я буду прощаться с вами. Большое спасибо вам за просмотр, а с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы еще увидимся. Пока-пока.